вышли из Государственного профсоюза, поскольку считаем, что это не тот орган, который отстаивает права рабочих. Поэтому, в общем-то, начался достаточно массовый отток из профсоюза. Ну и рабочие считают, что это правильный шаг для того, чтобы начать отстаивать свои права. Дело в том, что профсоюз – это в том виде, в котором он сейчас существует, это способ держать в узде людей. Это способ, которым держат в повиновении людей, которые, в общем-то, не знают, как отстаивать свои права. Поэтому я знаю, что это самое и единственное, наверное, место, уязвимое в машине подавления трудящихся. Поэтому мы решили не ходить постоянно по кабинетам, отбивать пороги начальников ежемесячно, поскольку уже 130 лет существует это предприятие. Вначале ходили к Лурье, потом ходили к Ореничу, теперь к Суднику ходят, и ничего не меняется абсолютно. Поэтому мы решили принципиально поменять нашу тактику и решили выйти из этого профсоюза. И оно, судя по реакции, судя по шуму, который начался в мире, в интернете и, в общем-то, в городе, это работает.